друзьяшки, опачки, меня зовут Варич. Мы играем в игру по КСД. И сегодня, короче, мне попалась повторка. Ну, опять вторая овечка. Я ее уже вырастила, как что нам осталось вырастить этого павлина. Ага. Так, ребят, давайте я... Так. Что, ну, нету? Нет. Жаль. Ладно, через 5 дней уже обнова будет. Ура! О, смотрите, уже у многих кого. Смотрите, уже у многих питомцев-то. Такое ощущение, как будто это на каждом доме. А нет. На этих домах, например, нет. Ладно, давайте. Угу. 41 подписчик. Нормально. Нормально, ребята. Ладно, так. Не надо мне видео нажимать, а? Так, ребята, извиняюсь. Так, сейчас я видел, что у меня на одно видео 4 комментария вроде вышло, если я не ошибаюсь. Вроде на одно видео только. Давайте, подождите. Ага, привет. Я играю тоже. А, ну, как я понимаю, это КСД. Это КСД. Вышла обнова ПКСД. А, я поняла, пока не знаю. Ну, обнова вот это идет, а вот другой обновочки, которая будет через 5 дней, еще нет. Локусные. Если... Извините, ребят, но я не поняла. Так, ребят. Если я, конечно, не ошибаюсь, то... Это вроде все комментарии. Я прочу. Ну, вроде, сегодня у меня только 4 комментария. Ладно, ребят, давайте. Я тоже такого хочу! А, ну он обычный тогда будет. Просто такой залёг. Ламированный. Угу. Ага, ясно. Кстати, ребят, у Ку-Ку-Ку вот такие замки, они не отдельные, а они просто у них там на бумажке. Сундуки все собирают. Да, ребят, не ожидала. Подписчиками, я надеюсь, это не роботы. Думали, это какие-то не настоящие. То, пока я ездила, короче, по делам, тут уже много. Но я надеюсь, что это не какие-то роботы. Вроде. Я надеюсь, что это не роботы. Да, еще надо разбираться какими персонами. Ну ладно. Все. Угу. Ой. Ребят, не нам. Мы сейчас будем выполнять одно задание. Покрасить 3 раза волосы. Пошли, пошли. Пошли, кого-то там сейчас. Я уж пошли. Мой полярный павлин. Давайте я пока его поставлю попить воды, а мы пока пойдем к выходу. Круглое! Круглое! Катя, я куда угодно дверь. Эх, еще один раз. Он что-нибудь захочет, и все. Мы посмотрим, какой он будет. Взрослый уже. Так, давайте заходим по мехмахерскую. Так, ребят, давайте посмотрим, что мне покрасить надо. А, ну хотя у робота мы посмотрим. Давайте, давайте. Симпл дипл. Папа сквиш, папа сквиш, папа сквиш. Что, что? Симпл дипл. Папа сквиш, папа сквиш, папа сквиш. Что, что? А, ну это такой вот. Угу. И последний нам надо либо цвет вернуть, либо перекрасить. Угу. Ну, давайте это вернем. Что ли? А, ну это можно покрасить. Это можно покрасить, не? О, ребята, ребята, не раздавятся.
Все, ребят, мне нравится. Так, ребят, давайте оденем твою любимую прическу. А в смысле? Раньше так можно было делать. Ну ладно, давайте будем покупать. Ту-ту-ту, ну не покупать. Ладно. Давайте покрасим. Валим, ноги. Ребят, я не знаю, какую тут лучше. Наверное, вот эта. Мне она более, что ли, нравится такая. И осталось. Мне. Опять я Новый год вспомнила. Ну сколько можно? Новый год. Так. Ладно, давайте. Ребят, ага. Ринарушка, рапс, Ринарушка, ту-ту-ту, что ты? О, ребята! Мне это сильно. Все, покупаем это. Все, вот теперь у нас точно. Так, ребят, давайте я себя одену. Берем два самоцветика. Может, кто попадет кончик? Ту-ту-ту. А, ребят, ту-ту-ту. Ага. Ребят, короче, у нас через 5 дней будет обнов, и я уже подготовлюсь, как вы видите. Фу! Я хотел, чтобы сюда, блин, давайте вот сюда отойдем. Короче, уже начали. Сюда идем. Да, 41. Так. Так. Так, ладно. Так, у меня уже половинчик хочет. Ага. Все, ребят, давайте уже вырвать. Его уже не терпится, как не терпится. Ребят, смотрите, какой он теперь красивый. Смотрите, какой от него след будет. Ребята, все, я буду с ним, мне он очень сильно нравится. Ребят, ну посмотрите, какая красота, ребят. Смотрите, какая. Фу, ребят, смотрите, он еще такой блестящий. Еще такие блестки, видите? Такие сверкающие. Ладно, ребят, извиняюсь, я уберу его. Пусть он самый красивый будет. Мне очень жаль тебя.